Давай, ну, ты это свап только на шестом начнешь, ладно? Надеюсь, или не будешь? Ну, я надеюсь, ты агрелку начнешь на втором. Кого? Агрелку. Да ты чё, горелку качнул на втором? Горелку ты на первом, я думаю, качнул. Да, на первом пойду нагибать. Чё, сидишь? Я сначала подумал, откуда он стреляет. Сори, он нас двоих не убил! Ты видел? Ты видел, где он сидел? Я опять первый раз вижу, я ему сейчас расскажу. Я сейчас им такое расскажу. Даже Саня, без если бы я не развернулся, он бы нам добутыл сделал. А я тут. Только... Акс нагибает. Я рассказал. Сань, мы должны с тобой вместе ходить. Чтобы этот, как сказать, ты да. Я покажу агрю, да? А ты даешь стан. А потом я ульту. А хотя нет, у меня пока третий левел. Ты что, у тебя первый левел, кстати? Что, попытки? Уже? Да. И замок сломался. В смысле? Сломался замок, поэтому пока он не найдет. И то есть они не приедут сегодня? Неприятно. Ну сейчас я. Дай мне здесь надо играть, я приду. Саня, мне приезжать? На дыре. Всё, что ты меня не пригласил? Пошел в жопу. Я все мыло соды принес. Нас сзади обходят. Ты нас. А не, это они закупают. С одним пальцем тяжело играть. Ебать, как Акс ебает. Смотри, бля, я уже пятый левел. У тебя третий всего. Сань, ну давай апайся по левелу, у меня уже пятый. Они еще только закупили. Сань, ну ты чё? На подъеме родовый. Подъем. Какой потом лансер? Я лансер, ты чё? Ты не играл на нем ни разу, блядь. Играл. Вроде один раз. На а, сплел игру в салат? Нет, я его выиграл. В принципе, Сань, ты слышал, сколько я патронов потратил? В принципе, я его зарезал. Нормально. А, все, я понял, кого я сейчас возьму. Кого? Я потратил один патрон и два удара зажал. Снайпер, все, Сань, ты точно гибать будешь. Снайперу собирай. Саня, мне восьмой левел, у тебя четвертый. Я уже, вот я и уже. Я восьмой левел. Сейчас, я со снайпера догоню и перегонюсь. Я каленый. Что? Что? Подсадка? Иди в задницу. Иди в задницу, подсадка своей. А куда он ушел? Он отошел туда, да? Да, Сэд, ты его вообще не накалил? А как? Я же вижу, посадка была, я снимаю.
Как я его мог накалить, блядь? Я вообще в убаху. Как ты на скайпере его не убил, блядь? Ах, не дал тебе 4-й левел. Ща. Кстати, у меня уже 9-й. Сань, ну я, ты слышишь? Блядь, 2-й дел, сука! Около банки, не каленый. Сейчас. В банке, Сань. Сань, затащи, я тебя прошу. Просто я тащера себе включу. Видишь, я уже 5-й. У них пацан 7-го уже. Рамзес. Я 2-го вообще не ожидал. Мы его вообще зафлешили. Какого хер ты 12-й? Я просто не бомж. Просто у тебя просто бомж там на линии стоит. Мы с тобой вместе на линии стоим, ты чё? В начале по краю. В нычке. Нычка, нычка, нычка. Зига. Его друг бомж, он меня убивает, потому что я не могу на Д и на Р. Сань, дай бомбу. Бери бензи, другими пальцами нажимай. Какими? Большим пальцем на Д нажимай. Сука, он сел, Гантон. А, в коробку рашит. А не, около коробки двое. Все. Сань, около двое. Около футбола, Сань. Он в коробке. Я понял. Это он, убивай. Ты что, не заметил? Нет. Я микрофон выключал, короче, смотрю, что... Блядь. Я аж заорал тут. Я что-то перестал, что я не вижу. А, там видно, ты ч... А, у тебя что, не было видно? Нет. Ну, минус 1024. Ну давай, я тебе килл оставляю, ну давай. Хочешь, чтобы левел поднял? Да, у меня уж 14-й. За меня не больше опыт получает. Он убежал от меня. Убежал куда? Тут недалеко. Парень, короче, сначала на меня смотрел, потом развернулся на 360 градусов, потом посмотрел назад. Саня, это нормально? Ну, Саня, теле 120? Саня, ты сможешь играть с высотой 20? Нет. Почему? Ты же... Ну, Сань, ну ты апнул все-таки левел. Ну я все-таки перегнал. Сань, у меня 5 ассистов, у тебя 6. Чё? Что за бред, да? А смерть у нас где? А смерть? Нету, мы бессмертны. У меня 16 левел, Сань, пошли. Я слышу, тебе по голове дали хорошенько. Он лигнул. Он, боже. И второй. Ясно.